само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. Вот вы где, три панька! Ой-ой-ой, гигантская Джун! Спрячьтесь под ящиком! Спасите, помогите! Полундра! Может быть, это гигантская Джун или женщина? Это Джун. Может быть, Джун сейчас раздавит во весь город Киева. Нам конец. Три панька, какой конец? Нет никакого конца. Там есть в Киеве гигантская Джун? Ах да, это гигантская Джун в Киеве. Три панька, быстро в дом. Я говорил тебе, что гигантская Джун может появляться. Да, поэтому всем людям нужно спрятаться в подвал или в дом. А зачем в подвал? Нужно спрятаться в дом. Никакие люди не прячутся в доме. Спрятаться только в подвал. Вы слышите? Джун раздавит весь город. Быстрее в подвал! Дурни, что там случилось? Ты понимаешь, дедушка, там гигантская Джун в Киеве. Сразу мчимся в метро с третьим паньком. Мы на Лукьяновской, станции метро. Мы спрятались, да, три панька? Да, мы на станции. А там ездит поезд метро? Нет, не ездят. Там гигантская Джун в Киеве на улице. Беда. Мы будем сражаться вместе с гигантским Джуном.